Привет всем, добро пожаловать на новый выпуск «Путеводителя по галактике». С вами архивист из CIG Шерри Хайберг. Если кто-то из вас не знаком с нашей программой, здесь авторы лора дают вам информацию о различных системах, которые мы создали для вас, игроков. На этой неделе мы рассмотрим систему ОСА. Мне нравится эта система по многим причинам, в основном потому, что здесь есть разумные формы жизни, в отличие от других систем. Они находятся под защитой закона о справедливом шансе. Здесь имеются общество охотников, собирателей, которые также знакомы со строительством и сражениями. У них есть инструменты, сложная система строения общества, дневные телесериалы. Ну, на самом деле у них сериалов нет, но они бы им не помешали. И все они проживают в системе ОСА и на планете ОСА-2. Поговорим об истории самой системы. Она была обнаружена в 2861 году исследователем Эрлом Нависом, который назвал систему в честь своей дочери ОСА. Это очень мило. Как я уже говорил, система ОСА находится под защитой закона о справедливом шансе, однако очень много компаний, занимающихся терраформированием, хотят отхватить свой кусок от ОСА-2. Их планета находится в зеленом поясе, на ней есть атмосфера, пригодная для людей, и здесь просто невероятное количество форм жизни, и ко всему этому компании не имеют доступа. Вы уже могли слышать об этой системе, если читали повесть о потерянном поколении, которую написала Тоня Ориэль. Эта женщина была искателем приключений на просторах космоса, также археологом. В своем рассказе она пытается найти остатки Артемиса, потерянного судна колонистов, которое потерпело крушение в системе ОСА. Автор могла создать интригу в своей книге, поэтому вам следует ее прочитать, чтобы узнать, в чем же она заключалась. Перед вами Солнце ОСА. Это звезда главной последовательности класса F. Если вы давно не смотрели наши выпуски, напомню, что звезды главной последовательности — это звезды, в которых сгорает водород. Это один из самых распространенных классов звезд в галактике. Они не так часто встречаются, как G, к которым относится наше Солнце, но все равно их довольно много. Звезда имеет белую окраску, но в классификации почему-то записано как желто-белая. Это средневозрастная звезда, ей почти 3 миллиарда лет. Но она чувствует себя отлично, у нее полно друзей и увлечений по жизни. Сейчас вы видите ОСА-1. По правде сказать, наша анимация не полностью отражает, как на самом деле выглядит планета. Это магмовая планета, чья поверхность полностью покрыта лавой. Я сказала лавой, потому что она находится на поверхности. Ну, естественно, она есть в недрах планеты, поэтому термины лава и магма подходят. Это не главное. Эта планета находится под приливным захватом, поэтому она никогда не вращается, как вы видите на экранах. Одна сторона всегда обращена к Солнцу, другая всегда смотрит в противоположную сторону. На одной ее стороне расплавленная магма, на обратной магма уже в твердом состоянии, поэтому иногда можете заметить там звездолеты. Из космоса открывается красивый вид на планету. К сожалению, пока вы можете только представить этот вид. Надеюсь, однажды мы сможем создать ее подлинное изображение. Но даже сейчас вы можете видеть, что одна сторона планеты полностью покрыта огнем, а на линии светораздела как бы наступают сумерки, которые постепенно переходят в кромешную тьму на другой стороне планеты. Это место — настоящая мечта для вулканологов, которые могут в безопасности приземлиться на одном полушарии, затем приблизиться к стране, которая постоянно покрыта магмой, также проводить исследования солнечных терминаторов. Исследователям точно должна понравиться эта планета, но будет сложно получить разрешение на исследование. Все из-за этой планеты. Так, это не это, это же ОСА-2. А, нет, я хотел сказать ОСА-3. А вот и ОСА-2.
Хорошо. ОСА-2, дом для осанийцев. Как вы заметили, это обитаемая планета со множеством зеленых участков, суши и обилием океанов. Это большая планета с большим разнообразием видов. Гравитация здесь немного ниже, чем на Земле, но это ничуть не мешает множеству растений, животных, обитающих здесь. И, как я говорил ранее, именно на этой планете потерпела крушение Тоня Ориэль. Затем у нее начались проблемы с законом, ведь она общалась с осанийцами. Однако процесс общения был для нее очень затруднительным. Ведь осанийцы — это насекомоподобные существа, ростом примерно 130 сантиметров. Они не общаются с помощью звуков, используют для этого цвета. У них на голове имеется некое подобие цветовых панелей, они, которые мигают разными цветами. Так они общаются. Поэтому Тоне было очень трудно что-либо понять, пока она была там. Насколько нам известно, у этой формы общения нет аналогов во всей галактике, что доставляет много проблем аниматорам. Ну, а теперь я бы хотела переместиться на станцию Йоги. Она была размещена здесь, чтобы предостерегать людей от проникновения в данную систему или на планету ОСА-2, также чтобы люди не украли что-нибудь на ОСА-2 или не причинили вреда этой планете, ведь система находится под защитой закона о справедливом шансе, поэтому люди не горят желанием работать на этой станции, ведь здесь просто нечего делать, и люди не особо заинтересованы в нарушении закона, даже для изучения осанийцев. А вот ксиан здесь можно часто увидеть, ведь им очень нравится вкус осанийцев, особенно когда они слегка протухшие. Неоднократно было замечено, что коррумпированные люди на йоге продавали тела осанийцев, пролетавшим мимо торговцам ксиан, но они оправдывались, что не охотились на осанийцев, не убивали их. Что ж, это какое-то утешение, но точно никто не знает, откуда они брали эти трупы. Это бы очень подошло для выпуска на Хэллоуин. Ну, а теперь переходим к ОСА-3, которую я показал вам случайно ранее. Это газовый гигант с силикатными облаками, и опять мы столкнулись с ограничениями работы системы визуализации. Планета должна выглядеть как газовый гигант с зелеными белыми поясами. В будущем вам это очень понравится. Так что здесь особо не на что смотреть, поэтому уменьшим масштаб, отправимся на ОСА-4, которая расположена вот здесь. Это планета без ядра. Однако это не значит, что у нее внутри пустота, и там обитают всемогущие рептилоиды из теории заговора. Просто планета является недифференцированной, у нее нет твердого железного ядра, но железо распространено по всей планете. Это похоже на правильно приготовленный пирог. Это очень популярное место среди шахтеров, которые хотят обойти закон. Вы можете прибыть сюда, если хотите. Главное, не привлекать внимание станции Йоги. Иначе вы отправитесь прямиком в космическую тюрьму. Сейчас прямиком с ОСА-4 мы отправимся на ОСА-5. ОСА-5 — это ледяной гигант, похожий на наш Нептун. Его атмосфера состоит из паров аммиака. Сюда прибывает больше кораблей, чем к остальным планетам в системе, а причиной этому служат нелегальные горные работы. Хотя, если вам нужен водяной или аммиачный пар, существует куча других мест. Нет смысла прибывать на эту планету, вести нелегальные работы. Еще раз уменьшим масштаб и отправимся на ОСА-6. Это карликовая планета, похожая на наш Плутон. Это планета или небесное тело, называйте как хотите, была просто пролетающим мимо куском камня, который был притянут в эту систему миллиарды лет назад. На эту планету прибывает больше всего нелегального трафика, чем на остальные планеты, потому что она находится на окраине системы, а работники станции Йоги больше внимания уделяют защите форм жизни на ОСА-2 или набиванию своих карманов за счет форм жизни на ОСА-2, зависит от того, с кем вы будете общаться. Вы можете спрятаться здесь после совершения убийства, то есть я хотел сказать, что вам нельзя убивать людей, нужно соблюдать космические законы, но вполне возможно прибыть с контрабандой, к примеру, никеля или железа. И я снова уменьшу масштаб, чтобы вы увидели всю систему целиком. Можете видеть точки перехода к Пайро, Кастро и Калис.
И станция йоги отвечает за соблюдение порядка на всех этих позициях. А все асаницы живут вот на этой маленькой планетке. Надеюсь, в будущем их будут защищать более усердно, чем это было раньше. Что ж, это был обзор системы ОСА. Как я сказал, мне нравится эта система из-за местных форм жизни, также из-за возможной драмы, которая может развернуться на станции йоги. Надеюсь, вам понравилось путешествие в систему ОСА. Спасибо всем подписчикам, также тем, кто поддерживает развитие этой игры. Увидимся в следующий раз. Thanks for watching. For the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42, you can subscribe to our channel, or you can check out some of the other shows, and you can also head to our website at www.robertsspaceindustries.com. Thank you very much for watching.